что, рубрика 8 рандомных групп, Жек из 5DS. А давай для начала группу Greasy Nose No Remorse. Мы сейчас на вашем совместном концерте находимся, они играют. Они играют музыку из ящичка. Я знаю, что эти ребята любят сундучки, поэтому они играют в сундучки. Только в этих сундучках не самоцветы, а куча-куча алкоголя. Да, виски, наверное, да? Я думаю, там не важно что. Окей, группа Napalm Death. Napalm Death — это короткие песни, яростный вокал и один из самых крутых концертов в моей жизни в СДКМАИ. Группа Matrix. Matrix — группа, которая теперь играет хиты Агаты Кристи. Наша группа Cannibal Corpse. Любовь, качество и это крепко выдержанный стиль. Я пытаюсь какую-нибудь вспомнить белорусскую группу, больше что-то ничего не приходит на ум, какие-нибудь есть известные. Ляпис Трубецкой. Ляпис Трубецкой — это все уже прошлое. Вот у нас, я жил в городе, там был чувак, он играл в какой-то момент Ляпис Трубецкой. Это юмор, на самом деле, самый главный юмор. И он ушел оттуда, и когда у него был юбилей его творчества, как-то его Саша звали, по-моему, он Саша 10 лет в жопе назвал. Отлично. Группа Кровосток. Кровосток — это Арест. Это оригинальный подход к рэбу и клуб Культ, в котором я, в принципе, был на их первом, для меня на их первом концерте. Хорошо, группа Пантера. Пантера — это уважение, это смерть, это легенда. Тут даже шуточного ничего не скажешь. Пантера — это самое лучшее, что может быть в металле. Хорошо, группа Психея. Психея — это отцы, на самом деле, можно сказать, родоначальники российской альтернативы, я так считаю. И это крутые ребята, это Петербург и много-много наркотиков. Отлично, все, спасибо, не будем тебя отвлекать тогда.